Как может отразиться на состоянии жителей региона переход на зимнее и летнее время? Заметим ли мы разницу в изменении светового дня? Мы решили спросить у экспертов, врача, невролога и астронома. Их мнение далее. Если речь идет о лете, да, то все равно очень длинный световой день, и мы почти не замечаем, значит, вот этого перевода. Если речь идет о зиме, то действительно ясного дня не видим на протяжении долгого времени. Возможно, экономия электроэнергии, она все-таки не компенсируется теми минусами, вот, минусами и в плохом настроении, и, значит, в ситуации, когда люди, не выспавшись, идут на работу там и так далее. Вот, я думаю, что можно делать совершенно по-другому. То есть, если в какой-то фирме, в каком-то учреждении люди сочтут, что можно вставать попозже, ну, какие проблемы, перенесите свой рабочий день. Если эмоциональное состояние людей стабильное, хорошее, то есть нет ни тревожности, они полны сил, энергии, хорошее питание, и в жизни все устраивает, то есть тогда им, конечно, адаптации никакой не понадобится, просто перевод стрелок. А для тех людей, которым достаточно тяжелый физический труд, и у них могут быть эмоционально нестабильные состояния, то им, возможно, потребуется какое-то время адаптационное.